Дождичек прошел ночью. И мы с вами едем сейчас закупаться. Поедем в торговый центр, посмотрим вещи актуальные. Посмотрим, что уже на осень, что из обуви новенького на осень. Потому что уже дождик прошел, солнышко спряталось и похолодало немножко. Я сейчас заехала за своей дочкой, и мы сейчас с ней поедем в Золинген, в торговый центр. И покажем вам новиночки, мои дорогие. Как у вас делишки? Пишите комментарии, обязательно лайчочки, подписку для развития канала. Это очень важно. Вам не трудно лайкнуть, а мне приятно. Пожалуйста, подписывайтесь и ставьте лайки, мои дорогие. Я вас буду радовать новыми видео. Счастливо. Встретимся в торговом центре. Да. И что говорить? Мы сейчас приехали в Золинген и увидели здесь такой классный магазин «Свадебная мода». Но он закрытый. Выбираем свадебное платье. Такие там еще есть такие корсажи и всякие кофточки с кружевами сверху одевать, болеро, переодевалки там такие. Такой вот магазинчик. Классный. Называется он вот так. Ну ты рассказывай, я тебя буду снимать. Ну рассказывай. Здесь такой вот магазин, занавесок, турец. Расскажи, что мы гуляем по городу. Мы гуляем по городу. Смотрите, какая красивая штука. Юбочка. Класс. Здесь много турецких магазинов. Ну да, но они нам не сильно интересны. Вот может. Ну, мама, давай пойдем лучше что-то другое посмотрим, более интересное. Что я не хочу больше. Дочка суши и соусами такие. С чем это, Кристина? С авокадо и с чем еще? Авокадо и с огурцом. Авокадо и огурец. Приятного аппетита. Домой купили чешки внучки розовенькие. Кристина, хочешь показать? Там, да. Я арбуз купила себе домой за 2 евро. Ну и расскажи, что мы кушали. Вот такие красивые чешки внучки дочка моя купила, 12 евро, такие розовенькие, такая вот подошвочка. Самые лучшие от фирмы Бэк. Сейчас мы навигационку сделаем, настроим ее домой. Хорошо погуляли, покушали суши. Погуляли по магазинам. Погуляли. В 2 класса шли. Нанюхались парфюмов новых.
Кристина, какой ты парфюм тестовал? My Way. Ну, не знаю. Она уже забыла, какой она тестовала. My Way. My Way. А ты какой? А и вот этот новый Линтердит, или как он называется? От Givenchy. И Линтердит от Givenchy. А я еще там тоже какие-то пробовала. Билли Айлиш у нее есть уже вот духи. Вот это Линтердит. Но он мне не нравится, вот этот новый красный такой. Mm-hmm. Вот он. Мне старый нужен. Это более такой. Так, навигационка работает. Где? Ты пристегнул? Да. Очень красивый здесь торговый центр, новый. Его только построили недавно. Что тебе, Кристина, понравилось в торговом центре? Какой лучше? Суши. Дочки, мы не успели, суши. Мы не у нас было мало времени, и мы даже не зашли в ТК Макс, хотя я очень хотела. Мы только зашли в Дуглас, там понюхали все, поели суши и обувь посмотрели. Ну, обувь там была пару красивых вариантов, но стоило 79 евро. То, что моей дочке понравилось, было дорого. 79 евро. А мне понравилось все, я бы скупила весь магазин. Сумки тебе же понравились. И сумки мне. Там натуральная кожа, сумки очень недорого. По 60 евро. Но они таких рыжих тонов. Это надо под них такую же обувь. А у меня вся обувь черная или белая. Кошельки там были, очень много летних босоножек фирмы Bugatti, Ricker, марка Tozzi. Ну сейчас уже летняя нет смысла покупать, потому что уже на осень оно больше, уже надо больше зимнюю обувь. Зимние сапожки там тоже были, сейчас очень популярны белого цвета на грубой такой подошве. И там был большой выбор разных фирм, такая вот как модель. Белые ботинки на грубой подошве. Сейчас вышло солнышко, с утра было пасмурно, а сейчас распогодилось. Очень классная, продуктивная поездка получилась. Мы все увидели. Все увидели, все посмотрели, себя показали, перекусили. На центральной улице, где мы шли, там очень много закрылось магазинов. Мужчина пропускает. Здесь узкая дорога. Так. Здесь так вот приветствуют, когда тебя пропускают. Вот так вот поднимают руку и приветствуют. Типа, спасибо, что ты меня пропустил.
bitte in 200 Metern links abbiegen auf die B229 in Richtung Remscheid. Jetzt links abbiegen. Мы когда сюда ехали, было много этих велосипедистов. И надо было ехать 10-20 километров в час, за ними плестись. И потом уже обогнали как-то. На трассе, где 70, мы ехали 10-20 км, мои дорогие. Надеюсь, сейчас их будет меньше, они уже все уехали. А вы любите велосипедистов? Напишите мне в комментариях. Когда вы едете на машине, впереди вас... Мы не любим. Мы их очень любим, только не на дороге. Да, да. Я считаю, что они должны кататься в парках. Есть много красивых мест вдоль берега реки, где-то там в парке, но не на дороге. Когда ты мчишься, там у тебя мало времени, у тебя 2 часа времени все про все. Ты должна плестись там. Сейчас мы уже выезжаем из Оленина, уже выехали на дорогу, где 70 уже. Едем через лес. Здесь такая круговая, как спиралька такая. Постоянно едешь так по кругу, с горы как спускаешься по кругу. Из-за леса здесь вот так уже темно. Ну, как тенек такой дает. Мой арбуз бьется там. Он как мяч там в сумке это вот. Бьется в дверь. Я привезу уже арбузный сок. Купила в итальянском магазине арбуз за 2 евро. Это итальянский был? Да. Я думала, турецкий. Да, там такие красивые были все. И там такие красивые фрукты экзотические. Какие-то файген, какие-то кактусы такие. Кактус файген. Кактус файген называется. Маленькие кактусы какие-то. Персики такие прям. Не, представляешь, кушаешь такой кактус фаген, и у тебя такая колючка в язык. Ужасно. Но их там надо как-то. Их надо сначала обшпарить кипятком, там обчистить. Mm-hmm. Но они были там такие спеленькие, по 80 центов штучка. А если берешь такую коробочку, 2 евро с чем-то. Боже, арбуз бедный. Надо было его как-то по-другому. Не, он бы по-любому даже... Надо было в сумку и так вот ее прицепить, чтобы она... Ну, я прицепила. Но он бьется там от края. Или сюда вперед как-то. Он как мячик. Некоторые возят с собой ящички такие в машинах. Такой пластиковый ящичек, и они ложат туда все фрукты, овощи. Чтобы он не перекатывался в машине, а вот так вот стационарно лежал.
парк пойдем гулять. Так будет же надо Ляну разобрать сначала, а потом можно идти. Потом уже не будет там парка места, там уже А ну загляни. Я не могу без нее. Загляни сейчас. Там много? Видишь, все тут наверное. Да, много. Ну так, еще место есть еще. Можем завтра. Сегодня суббота, да? Да. Сегодня шопинг день. Что завтра все закрыто. Вот эта блогерша, что у нее агентство знакомства. Она с Цюриха показывала в воскресенье. И там тоже в Швейцарии также закрыты магазины в воскресенье. Так же, как и в Германии. Все эти немецкоговорящие в воскресенье они, никто не работает. А чуть подальше Франция, Бельгия, они уже в воскресенье работают. Им главное это вот свою кассу собрать. А немцы нет, не хотят. Суббота один день, когда ты можешь там что-то посмотреть, там и продукты надо купить, и вещи. Все в один день. Движение, много машин сегодня в метро. Тебя так сейчас пахнет? Вся машина в твоей духе. Ну, я знаю. Они классные, да? Да. Запомни же. Класс. Дорогущие. Сколько они стоят? Ну, я не буду сейчас говорить. Ну, цену же. Ну, дорого. 65. Что-то там 67 или что-то. 67 евро за 30 миллилитров. Черная орхидея, но мы ее даже не хотели. Том Форд сильно крепкий, это не на лето, это на зиму. Мне он вообще не нравится. Не, но раньше ты когда только Том Форд вышел, ты была в него влюблена. Ты что? Ты мне всегда говорила. Я говорю, что все блогеры его хвалят, но я один раз понюхала и я думала. Ну ты хотела Том Форд. Я хотела, но после того как я нашла его и понюхала, я думала, боже, какой кошмар. Его вначале так все блогеры разрекламировали. Черная орхидея, там что-то. Да это черная орхидея. Фиолетовая ужасно. Я не помню, как он там называется. Но для меня это вообще кошмар. Я не люблю такое. Все, едь на Сингапур. Я еду, только я на другую улицу.